Приветствуем вас, дорогие наши подписчики, и благодарим, что вы нашли время присоединиться к нашему прямому эфиру. Тема сегодня у нас серьезная и очень-очень важная. Мы будем говорить о таком непростом диагнозе, как сахарный диабет. Как известно, сахарный диабет бывает двух типов, и если первый тип в основном связан с генетикой, с наследственностью, то второй напрямую с неправильным питанием. Как известно, неправильное питание – это настоящий бич современного общества. И в нынешнем темпе жизни, чего греха таить, мы зачастую заедаем стресс чем-то сладким, вкусным, жирным, питаемся не по режиму, питаемся неправильно. По статистике ВОЗ, сахарный диабет второго типа уже, так сказать, наели больше 422, вдумайтесь, миллионов людей по всему миру. И по данным той же Всемирной организации здравоохранения, за период с 1980 по 2014 годы количество людей, которые страдают диабетом, выросло почти в четверо, со 108 до тех самых 422 миллионов. По мнению экспертов Международной диабетической федерации, если эту зловещую, прям скажем, тенденцию не остановить, то к 2030 году в мире будет 578 миллионов человек с сахарным диабетом, а к 2045 году 700 миллионов. Вдумайтесь в эти цифры. И в преддверии 14 ноября, когда отмечается Всемирный день диабета или Всемирный день борьбы с диабетом, мы решили организовать прямой эфир. И сегодня мы с вами не случайно здесь, в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ. Это главный научный эндокринологический центр нашей страны. Фактически он в авангарде борьбы с диабетом в России. И сегодня с нами в эфире диабетолог, эндокринолог, доктор медицинских наук, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России, президент Российской диабетической ассоциации Александр Юрьевич Майоров. Добрый день, Александр Юрьевич. Добрый Здравствуйте. День. Для начала, наверное, мы зададим вам вопросы редакционные, а дальше перейдем к вопросам пользовательским. Скажите, пожалуйста, вот для всех наших слушателей, зрителей, чем различаются диабет первого и второго типа? Ну, конечно, основную массу людей с диабетом, вы правильно сказали, по статистике и Всемирной организации здравоохранения, и Международной диабетической федерации составляют люди с диабетом второго типа. Кстати говоря, Международная диабетическая федерация еще говорит о том, что среди этих 400 с лишним миллионов людей, последние данные, 463 миллиона, ровно половина не знают о своем диабете. Как? Только половина зарегистрированы. То есть вот эти 400, это еще не зарегистрированы. Ровно половина по данным. В России ситуация идентичная. Сейчас, на конец этого года, в России около 5 миллионов всего людей с диабетом. А по данным такого очень масштабного исследования, которое было проведено несколько лет назад, по всем регионам России, случайным образом на улицах, что называется, останавливали людей, респонденты, потом брали анализы у них, около 10 миллионов. Население крупного города, да, то есть, огромная вот. Цифра. И, конечно, большую часть, это где-то больше 93-94% составляет диабет второго типа. И первый тип, на самом деле, довольно небольшая часть. Чем они различаются? Диабет первого типа, как правило, возникает у людей молодого возраста, ну, классика это в детском возрасте, а так молодого, хотя может возникнуть в любом, но все-таки основная масса заболевает в молодом возрасте. Эти люди имеют генетическую предрасположенность, не совсем правильно называть наследственность, потому что, когда вы спрашиваете, а у вас кто-то болел диабетом? Почти никогда, они скажут, никто у нас в роду не болел. Да? Но, тем не менее, уже более-менее известно, в чем заключается это нарушение на генном уровне, да? И называют это генетической предрасположенностью. А потом в течение жизни должен подействовать некий фактор внешний, триггер, который запустит такой триггер, да, запустит процесс неправильной реакции иммунитета организма против своих клеток, вырабатывающих инсулин, так называемые аутоиммунные заболевания, против себя. Этим фактором могут быть иногда инфекции, тут более-менее как-то у детей доказанности есть теоретически, на все что угодно можно свалить. Чаще всего люди говорят, что это стресс, но вряд ли это так. Потому что люди в голове думают, ага, диабет возник там у меня в ноябре,
выявили, да, вот тут как раз в ноябре был какой-то там серьезный стресс. На самом деле человек не понимает, что вот этот процесс гибели клеток до момента начала высокого уровня глюкозы крови может занимать не то что дни, месяцы, и иногда даже годы. И вспомнить, а что у меня было 2, 3, 5 месяцев, да что, все что угодно можно вспомнить и на это свалить. У диабета второго типа немножко другой механизм развития. Так. Тоже есть генетическая предрасположенность, никуда от нее не уйдешь. Но вот здесь она как раз проявляется в таком более понятном обывательном смысле – наследственность. Да, папа, мама, дядя, тетя, бабушка, дедушка, родной брат, двоюродный брат, да, кто-нибудь доболел, тоже диабетом второго типа. Но все-таки это не стопроцентная вероятность получить диабет, если у тебя есть вот такая наследственность. Далеко не 100. И очень сильно увеличивает риски заболеть диабетом второго типа наличие избыточной массы тела или уж совсем ожирение. Да? Но просто в разы и дальше в десятки разов. Чем больше степень ожирения, тем более вероятен риск диабета. Понятно. Так, с диабетами первого, ну, второго типа... Почему он и растет? Массово, потому что растет ожирение. Не ожирение. То, что вот как-то диабет растет. Это ответ на наш образ жизни, снижение физической активности, неправильное высококалорийное питание, рестораны быстрого питания и так далее. Заедание стрессов, как вы сказали, и то так есть далее. Диабет – это заболевание сателлит, да, избыточной массы тела, неправильного питания, да, можно и так сказать. Ну вот, собственно, второй вопрос. Правда ли, что диабет можно наесть неправильным питанием, много сладкого, мучного и так далее? Вот сколько времени нужно так питаться, чтобы получить диабет второго типа? Ну, нельзя, наверное, назвать какой-то точный срок. Вот если вы 10 лет будете иметь ожирение, то на 11-м у вас должен развиться диабет. Потому что это сочетание вот этой наследственности и внешнего избыточного веса, оно очень по-разному может быть. Человек, это может реализоваться сразу. Это может даже реализоваться вообще без избыточной массы тела. Только одной генетической предрасположенности может хватить. Даже есть небольшая группа людей, которые при нормальном весе. А можно, тем не менее, есть какие-то защитные механизмы. Вроде человек огромное ожирение, и родственник кто-то один с диабетом, например, мама, папа. Потому что если два родственника, это уже все, 100%. Считается 100%. Тут вроде бы один родственник, а человек уже 30 лет живет с этим ожирением, и пока диабета нет. И да? Сахар нормальный. Вот. Поэтому даже не надо вдумываться, сколько надо. Не надо его наедать. Просто с самого начала даже. Не надо даже пробовать и говорить, а, ну вот 5 лет я могу, пока, а потом я возьмусь за себя и начну правильно. Не надо. А можно ли замедлить развитие диабета второго типа, если вот напротив с неправильного питания перейти на правильное, начать здоровое питание? Безусловно, да. Есть такое понятие предиабет, о нем, может быть, мы еще скажем сегодня, да, когда у человека уровень глюкозы крови выше нормы, но не достиг диабетического диапазона, который установили эксперты Всемирной организации здравоохранения. И вот эти люди, естественно, входят впрямую в группу риска развития в будущем диабета второго типа. И было давно уже показано, очень масштабные в мире проведены были исследования, что только изменение образа жизни, даже без добавления каких-либо препаратов, дает просто огромные шансы уменьшить вероятность развития диабета второго типа в будущем. То есть не то, что там на проценты, на десятки процентов уменьшается вероятность. И даже если человек уже заболел диабетом, вот у него выявили впервые, врач говорит, у вас сахарный диабет второго типа. Да? Если человек с этого момента сразу начнет вести правильный образ жизни, снизить свою избыточную массу тела, очень многие имеют хорошие шансы вообще нормализовать уровень глюкозы крови без препаратов. Мы никогда не назовем этого человека вылеченным, хотя у него абсолютно нормальный уровень глюкозы. Потому что понимаем, что, во-первых, ну, в будущем все равно может вернуться с годами, да, с возрастом шансы повышаются. А и, во-вторых, точно вернется, если ты прекратишь вести этот правильный образ жизни, опять вернешься к своему избытку веса, у тебя все вернется. Ну, вылечить его никак бы нельзя. Но, возможно, если ты будешь поддерживать этот нормальный образ жизни, хороший, вот, то ты никогда больше и не получишь высокого уровня глюкозы. Так ты и проживешь с нормой. Но ты для этого должен прилагать усилия. Вот. Хорошо, тогда давайте обозначим, что есть правильный образ жизни, здоровый образ жизни, основные его постулаты при диабете, преддиабете и диабете второго типа. Ну, по сути, все эти постулаты, они идентичны для всех. И во всех рекомендациях ведущих
диабетологических организаций мира, ну, в частности, Американская диабетическая ассоциация, одна из самых уважаемых, Международная диабетическая федерация, которую мы уже упоминали, да, они говорят, что питание лиц с диабетом второго типа и лиц с предиабетом, по сути, должно быть таким же, как в общей популяции. Да? То есть это нормальное, сбалансированное питание, без переедания, контроль веса. Если у тебя вес растет, человек должен умом понимать, значит, он переедает. И не говорить, ну как же так, я вот, как мои родственники все едят столько же, они не толстеют. Ну да, такой тебе энергообмен. Значит, ты должен снизить потребление еды до того уровня, чтобы у тебя вес начал снижаться. И, конечно, вот что очень уж совсем стало плохо, это с низкой физической активностью. С питанием как-то мы пытаемся бороться, и передач много, и информации в газетах, журналах, да, и люди уже знают какие-то диеты, и многие уже, так сказать, ориентируются, какой продукт более калорийный, менее пытаются. А вот с физической активностью стало совсем просто плохо. Компьютеры, смартфоны, лифты, машины и так далее, даже уже анекдоты появляются, дети гуляли во дворе, каждый в своем смартфоне, да, вот такой, да. Раньше дети играли во дворе, да. Поэтому ожирение детское растет. И появился диабет второго типа у детей, что 20 лет назад вообще невозможно было представить. В Соединенных Штатах Америки больше второго типа у детей, чем первого уже. Катастрофа. Мы пока в России еще до этого не дошли, у нас мало детей с диабетом второго типа, мы боремся. Хорошо. Какие продукты и взрослым, и детям категорически не рекомендуются при диабете второго типа? Ну, мы все время как-то про второй тип, но все-таки про первый скажу, да. Что при первом типе есть у человека нормальный вес, да, и проблемы нет с этим, то вообще он должен питаться, как его сверстники, разрешено все, даже сладкое, абсолютно никаких сейчас запретов нет, все ушло в мифы, просто надо часто контролировать уровень глюкозы и правильно вводить инсулин, каждый раз рассчитывать эту дозу самостоятельно, не врачом. Да, на основании измеренного уровня глюкозы, все время носить какие-то поправки, и ты будешь свободен, ты питаешься. При диабете второго типа мы уже обсудили. Если у тебя избыток массы тела, то основное в питании будет ограничение общей калорийности рациона, чтобы тебе похудеть. Да. Это просто основное. Но просто условное ограничение общей калорийности, люди могут побежать, там, не знаю, на какую-нибудь безуглеводную диету, кето-диету, еще что-то. Вот. Действительно, диет много. И опять же, международные организации, многие говорят, что ну, очень хороших таких исследований, сравнительных, длительных, ведь все, что касается питания, диеты, это, пожалуй, самые недоказанные в медицине вещи. Потому что тогда надо отследить этих людей лет это 50. У кого продолжительность жизни были? Кто на кето-диете, кто на вегетарианской, кто на средиземноморской? Сложно очень сказать. Поэтому если в итоге эта диета приводит к снижению массы тела, то в принципе это все равно хорошо. Да, если она тебе подошла, это хорошо. Но не должно быть очень больших перекосов, да? Потому что это тоже может приводить к определенным сложностям. Ну и в частности, если человек уже диабет, то кето-диеты не всегда могут хорошо сказываться. Появление вот этого большого количества кетоновых тел тоже может быть не очень хорошо. А каких-то, видимо, вопрос был про запретные продукты, да? Ну вот так, чтобы сказать, ну вообще никогда, даже в праздник вам нельзя этого съесть, ну не можем сказать, да, продукт может быть очень калорийный, ну хорошо, ты его съел, но чего-то другого в этот день не доешь, вот кушай. И все. Есть, правда, вторая часть, мы это все про избыточную массу тела и ожирение, как основной фактор развития диабета, но ведь если человеку диабет уже развился, то будет уже иметь значение непосредственное прямое сахароповышающее действие еды. Одни продукты, такие как белки и жиры, они напрямую уровень глюкозы крови, сахара не повышают. А вот углеводы, они повышают напрямую. Съел, все, померил сахар на глюкометре, через 2 часа увидел высокую цифру. И поэтому иногда бывают какие-то такие очень парадоксальные вещи. С точки зрения веса избыточного, жирное мясо – это плохо, а нулевой кефир – это хорошо. Он обезжиренный, хороший продукт. Так. А с точки зрения сахара все наоборот. Мясо сахар вообще не повышает, а нулевой кефир, он нулевой по жирам. Углеводы оттуда никто не убрал, все на этикетке для вас правда написано. Там даже без сахара же... Естественно, обычный кефир, не йогурт, просто кефир обычный. Стакан любого кефира обезжиренного равен по сахароповышающему действию куску белого хлеба. Для многих это открытие. Так. И вот в голове людей начинается путаница. Вредно-полезно, повышает сахар, не повышает, калорийно-не калорийно, холестерин содержит, не содержит.
соль содержит, не содержит натрий, да? Действительно, это довольно сложно бывает уложить в голову и вот так, знаете, разложить по полочкам. Вот сейчас для тебя это главное, да? Но не забывай еще и об этом, если у тебя диабет. А если гипертония, да, соль тоже не надо много есть там, да? Поэтому иногда довольно это такая для человека нагрузка очень большая на его ум, да, на его мозг, да, что надо полностью теперь изменить тот неправильный стереотип питания, который у него формировался 50 лет, да? Он привык все есть, и соленое, и сладкое, и жирное, да, и все считал себя здоровым. Ну, к сожалению, да, таких много людей, и нужно что-то делать, мне кажется, учиться переформатировать свой рацион. И я, кстати, вот обращаясь к подписчикам, хочу напомнить, что у нас на сайте «Здоровое питание РФ» существует раздел «4 сезона. Тарелка здорового человека», где каждый желающий может подобрать себе верифицированную научными экспертами ведущих научных институтов, в том числе ИНМИЦ эндокринологии. Мы от вас получили программу питания при диабете как раз второго типа, то есть можно подобрать программу питания в зависимости от собственных целей: стабилизировать вес, снизить вес с ограничением количества калорий в сутки и так далее. Поэтому милости просим на раздел 4 сезона «Тарелка здорового человека». Смотрите, мне кажется, что в голове уложить вот это все с конкретными программами питания будет проще. Хорошо. Ну, кстати говоря, если речь идет об избытке веса, и неважно, человек с диабетом, с преддиабетом, вообще без диабета, даем очень простую систему. Не заставляем считать калории. Да, человек должен понимать, что такое калории, уметь читать этикетки, чтобы понять. Но по сути его задача все продукты, которые он потребляет, разделить на три большие группы. Это так называемый светофор питания. Так. Красная группа – продукты враги. Их можно очень немного есть. Максимальное ограничение. Раньше мы говорили даже исключение, сейчас мы понимаем, ну что-то такое человек вообще исключить нельзя. Мы говорим максимальное ограничение. Это самый высококалорийный продукт. Продукты, которые содержат много жира. Жирное мясо, жирная рыба. Кстати, масло не только сливочное, но и растительное. Для многих это открыть. Оно же полезно. Там вот эти ненасыщенные жирные кислоты. Все правильно, но полезно, нужно, должно обязательно входить в рацион человека. Но калорийность его самая большая в мире. Калорийнее растительного масла вообще ничего нет. Ничего. В природе нет. Угу. Люди так удивляются, говорят, и оливковое, вот что такое реклама. Тоже такое. Да, тоже такое же. Орехи, семечки сюда же попадают, высокожирные. Колбасные изделия, как бы они там ни назывались, докторская, все равно это высокожирные продукты. Все копченые, вареные, все любые. Сладости, они высококалорийные продукты. Даже не из-за диабета они попадают в красную группу, а именно из-за высокой. Ну и, конечно, алкоголь, к сожалению. Он стоит по своему ранжиру, по калорийности, нечто между жиром и белками и углеводами посерединке. Да? 100 грамм крепкого 40-градусного, это пересчет спирта математически, 100 грамм 40-градусного напитка алкогольного по калорийности равен 5 кускам белого хлеба. Ого. Да? Ну, там немножко по-другому, конечно, обмен идет, но, тем не менее, люди должны понимать. Не говоря о том, что это закусывается дальше еще. Конечно. Да, продукты. Вторая группа, наоборот, противоположная, зеленая. Мы говорим человеку, да, какое-то количество калорий в них есть, не бывает нуля вообще, да, но оно настолько ничтожно, что ты, в принципе, пренебреги им и можешь есть, ну, почти неограниченно, в психическом порции, то есть тазиками не надо есть, это все виды овощей, потому что они содержат в основном воду. Да, там немножко есть углеводов, поэтому не нулевая калорийность, но ты можешь не особо задумываться. Единственное условие, без добавления жира или с тем самым небольшим количеством растительного жира, который тебе все на сутки отвел. А и, сладкие, наконец, корнеплоды, пардон, свекла, морковь? Нет, нет, естественно, кроме, вы правильно сказали, все виды овощей, кроме тех, которые содержат явно много крахмала. Это картофель прежде всего. Свекла, морковь как бы посерединке между картофелем и разрешенными без ограничений. Да, мы, наверное, не скажем, что ты можешь есть свеклу ведрами, или пить морковный сок, то это концентрат уже будет, да, калорий. И, наконец, желтая группа, все, что не попало в красную и зеленую, есть можно, но умеренно. Не максимальное ограничение, а умеренное ограничение. Ни жирное мясо, ни жирная рыба, ни жирные молочные продукты. Там сыр у нас попал в красную группу любой, да? 40% жирности, естественно, он в красной группе, невыгодный продукт, да? А найдешь какой-нибудь 15%, он уже попадает в желтую группу. То есть это банальная математика. Фрукты сюда же попадают. То, что исключили из овощей, картофель, сюда же попадает, да? Хлеб, хлебобулочные изделия, если они не сдобные, не сладкие, сюда же попадает. Разница между черным и белым
делом, нет, это все мифы придуманные. Mm-hmm. И при диабете сахар повышает одинаково. Все крупы сюда попадают. Тоже миф есть про гречку при диабете. Уже мы устали, меня переживет. Вот как я пришел в медицину, этот миф был. И еще я знаю по своим родственникам, что до этого лет 20 он уже был миф про гречку. И он не исчезает. Гречка по калорийности такая же, как другие крупы, разница ничтожна. И сахар повышает абсолютно так же, как остальное. То есть гликемический индекс, да? Ого-го. Гликемический индекс – это еще одна история, не будем сегодня его трогать вообще. Да? Вот. Поэтому вот эту желтую группу ты сам уж посмотришь, как ты умеренно ограничить. И есть такое простое правило. Когда человек говорит, ну все-таки как вы, скажите мне, в граммах это вешать, желтую группу. Мы говорим, ешь, особенно если избыток веса у тебя такой приличный, половину от привычной твоей порции. Ты не худел, когда ел вот такую тарелку. На ней лежала картошка, не жирное мясо, жирное у нас в красной группе, мы сразу убрали, и два листика салата, и два куска хлеба. Значит, половину мяса убрал, половину хлеба убрал, половину картошки убрал, освободившееся место заполнил салатом. И, собственно, вот то правило вот этих на тарелке, оно почти так и будет. Половина тарелки – это овощи, немножко гарнира углеводистого и немножко мяса или рыбы нежирной. По сути, это да. Вот мы привыкли объяснять обычно при диабете светофором, это очень хорошо работает. Это очень доступно, это доказали в свое время немецкие наши коллеги, которые вводили программу обучения для школ диабета, что это самое простое и понимаемое легко людьми и выполняемое реально. А скажите, правда ли, что у вас в центре пациенты с диабетом, ну вот, соответственно, от светофора переходя к другим системам обучения, могут пройти специальный курс обучения? Что для этого нужно и как эти занятия строятся, как проходят? Ну, речь идет о так называемых школах диабета. Это понятие родилось больше 30 лет уже назад, еще в Советском Союзе. В 1989 году в нашем центре появилась первая школа диабета. Вначале для диабета первого типа, потом добавилась для диабета второго типа, потом добавилась отдельная программа второй тип, получающий инсулин, и так далее, и так далее. А дальше мы хотели, чтобы эти школы были везде, потому что понятно, что наш центр не обучит 5 миллионов больных, только зарегистрированных. Да? И школы развивались достаточно хорошо в рамках федеральной целевой программы «Сахарный диабет». Но когда она закончилась, то получилось так, что оплачивать перестали эту работу. Как бы вроде бы это что-то такое не совсем медицинское, чуть ли не образовательная деятельность, хотя во всем мире четко написано. Обучение – самое главное в лечении диабета. Не самые дорогие новые препараты не дадут эффекта, если вы не будете обучать больного. Да? И оно должно оплачиваться соответствующими там, страховыми компаниями и прочее. Но у нас как бы пока этот вопрос до сих пор не решен, и обучение как таковое держится на энтузиазме отдельных врачей-эндокринологов. Но все-таки держится, и в регионах есть, ну, в Москве уж тем более есть, конечно. Единственное, что наступление эпидемии, пандемии, коронавирусной инфекции привело к тому, что школы практически были закрыты. Эти два года школы реально, потому что это групповое обучение. Мы в нашем центре школы не закрывали, даже в самое вот такое горячее время. Все-таки они проводили использование всех мер социальной защиты, но не амбулаторные, а все-таки стационарные. Когда больные сдали маски, они пришли, они уже не выходят на улицу и внутри в стационаре. Когда нет школы, мы не можем нон-стоп, так сказать, это работать. Это же надо группу собрать, чтобы она была одного типа диабета, чтобы они получили направление, да, именно на обучение, как бы они просто так. Вот. В таких случаях мы просто обучаем индивидуально. Каждый день мы фактически индивидуально проводим какое-то занятие по какой-то теме, связанной с диабетом. И не только там питание, там много чего. И контроль глюкозы, и осложнение диабета, как предотвратить, и прочее, прочее. Ой, спасибо за ваш энтузиазм, спасибо за вклад в борьбу с диабетом. Переходим тогда к пользовательским вопросам, если вы позволите. Вот специфический достаточно вопрос. Видимо, человека мучает действительно эта проблема. Как определить, есть ли состояние преддиабета? Вот мы как раз к нему перешли. Если на одном анализе сахар был по верхней границе нормы, а на другом пониже, стоит ли сделать глюкозотолерантный тест? Ну, вообще норма, понятие, конечно, такое философское, это решение некого медицинского сообщества. Вот. Договорились врачи, давайте будем считать нормой, или, как говорят, отрезная точка, вот эту цифру, выше ее, это уже ненормально, потому что мы отследили тех людей, которые имели цифры выше, и убедились, что в будущем они там заболели диабетом явным, у них развились осложнения, давайте, они могут меняться с течением времени в истории медицины, даже вот, так сказать, на нашем веку, на моем работе в медицине, нормы менялись. И даже сейчас существует две нормы в мире. Одна норма Всемирной организации здравоохранения натощак – это не выше 6,1 миллимоля на литр в крови, взятой в лаборатории из вены.
То есть менее 6,1. 6,1 уже пошла не норма, уже предиабет. По мнению Американской диабетической ассоциации, очень уважаемой организации, очень многие страны мира используют именно эту норму, это менее 5,6, опять же, в венозной крови, взятой в лаборатории. То есть более еще иногда расхождение, и люди это немножко путают. Диабет, сахарный, явный диабет, когда человек напишет диагноз сахарный диабет, начинается натощак с цифры 7,0. 7,0 и выше – это диабет. А вот между нормой и диабетом как раз и находится предиабет. По нормативам Всемирной организации это будет 6,1-7, но 7 не входит, и 6,1 входит. По нормативам Американской ассоциации 5,6-7. Да? То есть они вот здесь по норме разошлись. И если у человека обнаруживают как раз то, что спрашивает вас, по верхней границе нормы, ну вообще если по верхней границе это норма еще, а вот если уже на 1/10 выше нормы, больше. Ему официально предварительно ставится диагноз предиабет, там есть для этого такое специальное название, нарушенная гликемия натощак, прям такой диагноз, так и звучит, и рекомендуют на всякий случай провести глюкозотолерантный тест. А что это такое? Человеку дают выпить стандартное, утвержденное Всемирной организацией количество глюкозы, 75 грамм глюкозы, растворенной просто в воде, и смотрит уровень глюкозы через 2 часа после выпивания. Можно было сказать, да может после еды лучше посмотреть. Еда-то разная, стандартизовать невозможно. Да, конечно, если человек сам купит глюкометр, посмотрит после еды и увидит сахар 15, все, это диабет, очевидно. Но вот в таких пограничных ситуациях врачи договорились, давайте сделаем стандартный тест с глюкозой и отработаем для него норматив. Норма до 7,8. 7,8 уже не норма. И здесь мнение Всемирной организации здравоохранения, Американской диабетической, одинаковое, не сошлись. И там 7,8 начинается не норм. Диабет начинается явный, когда человеку диагноз сахарный диабет напишут, с цифры через 2 часа после теста с глюкозой, с цифры 11,1. Это уже диабет. То есть до 11. Вот это 7,8, 11,1, это тоже предиабет, вторая форма предиабета, которая называется нарушенная толерантность глюкозы. Плохо переносится глюкоза. Первая называлась нарушенная гликемия натощак, человек еще не ел, а у него уже не норма. А вторая, вот он не может, организм справиться с нагрузкой такой большой глюкозы и дают цифру ненормальную. Да? Ну, вот. Надеюсь, я... Поэтому любые сомнительные случаи, да, лучше провести тест. Ну, наконец, еще есть даже один способ постановки диагноза, в частности, диабета. Это так называемый гликированный гемоглобин. Что это такое? Это вещество, которое определяется лабораторным методом, сам человек не может на глюкометре определить, которое отражает средний уровень глюкозы человека за 3 месяца. Вот миллионы его цифр, которые существовали 3 месяца каждую секунду его жизни. Среднестатистическое получается. Он их отражает. Он не равен по цифре, там не в миллимолях, а в процентах измеряется гликированный гемоглобин. Это другое соединение. Но оно совершенно четко математически отражает. И эксперты отработали, что такое норма. Норма до 6%. Что такое диабет? 6,5 и выше. Все, можно даже не проводить ни тест, ни глюкозу натощак, нигде ничего смотреть. Определил на прием, пришел к терапевту в 4 часа дня, не надо готовиться, сдал гликированный гемоглобин, все, и сразу поставили диагноз диабет. И он входит сейчас, начнет опять входить в параметры диспансеризации для определенных групп населения. Да? Поэтому если вот такой у человека, который задавал вопрос, какой-то пограничный уровень, он может еще кроме теста, еще, например, сдать гликированный гемоглобин. И если у него пограничный будет от 6 до 6,5, тогда точно тест проводить надо. Диагноз предиабета еще не ставится, но очень похож. А американцы сразу ставят диагноз предиабета. У них 3 формы предиабета, тут они опять с ВОЗом разошлись. ВОЗ использует гликированный только для диабета и оценки правильности лечения, не только для диагностики. Самое главное, то, что его все годы, уже лет 30 используют для оценки правильности. Правильно врач лечит больного? Ежесекундно, вот эту динамику, да, средний его уровень глюкозы улучшается, да, соответствует нормативам, да, в которых он должен уложиться. А американцы, соответственно, для диагностики? Нет, мы тоже для диагностики ВОЗ, только у нас нет предиабета. Понятно. Явный диабет 6,5 выше ставим по гликированному гемоглобину. Четко это уже сейчас используется, как сказал, в диспансеризацию вошло. Ой, тогда от научного вопроса к такому бытовому достаточно. Видимо, дама пишет, я прям чувствую. Почему тянет на сладкое именно по вечерам? И можно ли употреблять пиколинат хрома, чтобы эту тягу победить?
Ну, почему тянет на сладкое, это почти такой же вопрос, почему стало так много ожирений и так далее, ведь оно же не само ожирение, оно как результат переедания, да? Ну, изменился образ жизни, мы уже сказали, люди меньше физически, они приходят с работы домой уставшие, в состоянии стресса еще порой, да, и мало кому захочется поужинав пойти погулять, не просто так вокруг дома 5 минут, это смешно. Конечно. Нагрузка должна быть, есть тоже определенные нормативы, желательно не меньше там 45-60 минут в день, такой умеренной интенсивной нагрузки, когда ты немножко пропотел, пульс бьется, тогда это что-то дает, да. Вот. Поэтому организм на очень многие стрессы реагирует попыткой заставить мозг съесть что-нибудь вкусненькое, да, и получить положительную от этого эмоцию и заглушить стресс. Да? Поможет ли пикалинат натрия? Сразу могу сказать. Официально все, что вот, сказать, продается в виде пищевых добавок, никогда, нигде, никаких научных, правильно методологически построенных исследований, как это делается с лекарственными препаратами, там есть четкая система, доказательства, работает препарат, не работает. С пищевыми добавками не проводятся, поэтому они регистрируются и продаются не как лекарственный препарат. А что там реклама может написать в аннотации к нему? Ну, хотите верить, хотите не верить. В конце концов, вам помогло? Да ради бога, ну пейте. Лишь бы это не был там тяжелый металл, да, который навредит вам, да? Следующий вопрос. Как вести себя, если у меня диабет второго типа, и я заболел ковидом в легкой форме? Как постараться минимизировать риски? Хороший вопрос для нашего времени. Ну, во-первых, действительно везде говорят, что люди с сахарным диабетом попадают в группу риска заболеть ковидом. Почему? Не сам диабет делает их там прям восприимчивыми к ковиду вдруг, да? Нет. Высокий уровень глюкозы, если человек плохо лечит свой диабет, у него уровень глюкозы крови не соответствует тем нормативам, которые ему врач предлагает достигнуть, снижается иммунитет. Об этом мы знали до всякого ковида уже много-много лет назад, что любые инфекции у людей с диабетом возникают чаще, чем у людей без диабета. Но связано, еще раз говорю, это именно с уровнем глюкозы. Чем хуже, чем выше уровень глюкозы, на которых человек живет, и вот здесь как раз гликированный гемоглобин нам помогает это понять, именно он помогает, тем выше вероятность заболеть любой инфекцией, конечно же, ковид. Да? То есть иммунный статус ниже. Да, поэтому первое, что мы рекомендуем людям, вообще всем диабетам и без ковида-эпидемии, поддерживать уровень глюкозы в тех значениях, которые вам рекомендует врач. Началась эпидемия, да, вы понимаете, риски заболеть у вас выше, тем более вы должны чаще контролировать сахар крови, глюкозу крови своим глюкометром и стараться удержаться в нормативах. Чувствуете, что не удерживаетесь, идите к врачу, надо менять лечение. Если уже дошло, что вы заболели даже в легкой форме и остались дома, вас не госпитализировали, то же самое. Еще чаще начинает смотреть уровень глюкозы, потому что тут начинается замкнутый круг. Ковидом вы заболели из-за того, что был высокий сахар и снизился иммунитет, а любая инфекция сама по себе повышает уровень глюкозы. И начинает вот так крутиться. Да, замкнутый круг. И наши коллеги, которые лечат инфекцию, говорят, ну помогите нам полечить инфекцию. У него диабет, нам тяжело, не получается, антибиотики даем, они плохо работают. А мы говорим, а вы помогите инфекцию как заглушить как раз, тогда нам легче и с сахаром будет справиться. Вот здесь вместе надо работать. Ну а поскольку речь идет все-таки не о врачебной помощи, когда он попал уже в тяжелом состоянии, и тут уж врачи будут решать, как и что там лечить, да, а он остался дома в легкой форме, максимально часто контролировать уровень глюкозы. Если ты на инсулине, ну там, как правило, люди все-таки обучены, они знают, как увеличивать самостоятельно дозу инсулина и опять вернуться к цифрам глюкозы, к целевым, которые говорил врач. Ну, еще появляется такая специфическая вещь контроля, как кетоновые тела в моче. Потому что на фоне высоких цифр сахара, на фоне инфекции часто возникают кетоны. А это уже повод для того, чтобы более серьезно усилить сахароснижающее лечение. Ты был на таблетках, возможно, тебе временно придется на этот период перейти на инсулин. Ну, кстати говоря, может быть и не временно. К большому сожалению, чем еще отличается Россия? У нас люди с диабетом второго типа очень не хотят переходить на инсулин. С чем они живут годами. Говорит, ну я же не умираю, у меня инсулин независимый диабет. Почему еще в 1999 году Всемирная организация здравоохранения категорически отменила термин инсулинзависимый и независимый диабет, оставила только первый и второй тип? Ну, мы понимаем, что первый, да, он, конечно, инсулинзависимый, без него, без инсулина человек умирает. А вот при втором типе, чтобы людей не смущало. А зачем же врач мне назначает инсулин? У меня же инсулин независимый. Ну я же вот не умираю, да еще в крови определил у меня свой инсулин есть, да? Вот потому что твой собственный инсулин
и таблетки, которые тебе давали, не могут обеспечить хорошего уровня глюкозы, значит, пора переходить инсулин. И не надо тянуть. Не было бы столько у нас в России осложнений диабета второго типа, если бы люди понимали, вовремя, что надо вовремя переводить. При инфекции действительно иногда этот переход может быть временным. Все, инфекция прошла, вылечили, все, вернулась на свой статус, да, и ты вернулся к своим таблеткам. Если, в принципе, тебе раньше инсулин и не был пока показан еще. А в ряде случаев человек понимает, что давно надо было перейти. Он говорит, так хорошо, что это ковид меня спровоцировал перейти на инсулин, а теперь понимаю, что на инсулине-то лучше, проще контролировать уровень глюкозы-то будет. А тогда вопрос обратный. А условно при преддиабете может ли ковид спровоцировать развитие диабета, например? Не только при преддиабете, но даже если человек, у нас есть данные, что вот он недавно до ковида в поликлинике сдавал уровень глюкозы крови, он был абсолютно нормальный, не пограничный там, ну хотя тест, конечно, ему с глюкозой не проводил никто специально, но будем считать, что он был абсолютно нормальный. Да, действительно, на фоне любой инфекции организму требуется больше инсулина. Угу. И если у человека, в принципе, уже есть вот этот дефект, вот этот наследственный, там плюс избыточный вес, регуляции уровня глюкозы крови, то в условиях без инфекции организм пока еще справлялся. Организм мог выработать нужное количество инсулина и снизить сахар до нормы. В условиях инфекции дефект проявился, он уже не может выявить. И поэтому во многих случаях это просто совпадение, да, что ковид, да, вот так сказать, ковид пройдет, возможно, все нормализуется. Все нормально. Но человек должен понимать, что, может что быть, у него, значит, нет. дефект есть. Ему надо периодически контролировать уровень глюкозы, ходить в поликлинику, может быть, тест проводить там и так далее. А бывает что еще на фоне ковида? Впервые выявление диабета, который вот те самые 5 миллионов, которые в России ходят вокруг нас и не знают о диабете, у них есть диабет, они не были в поликлинике 10 лет, никакого уровня глюкозы крови они не сдавали. А во время ковида он попал в больницу, ему впервые определили в анализе биохимическом крови высокий уровень глюкозы, причем какой-нибудь там 20, высоченный. Конечно, понятно, что диабет существует давным-давно, до всякого ковида, да? Это просто его было впервые выявление у человека, который никогда не ходил на диспансеризацию и так далее. Вопрос, наверное, по детскому диабету. У ребенка визуально есть избыток веса. Какие анализы порекомендуете сдать для исключения сахарного диабета? Ну, для исключения диабета все просто. Начинаем с банального анализа крови натощак. Если он нормальный, дальше два пути. Гликированный гемоглобин, который не требует никакой подготовки, ни голодания, там ничего, пришел, сдал. Вот. И в ряде случаев уже, ну это врач, наверное, должен решить, в зависимости от степени избытка веса, наличие там родственников в этой семье с диабетом второго типа и прочих, надо ли этому ребенку тоже провести тест с глюкозой, с нагрузкой. Понятно. А вообще вот здоровому человеку как часто нужно сдавать биохимию крови и сахар крови? Ну, считается, что после 45 лет, хотя сейчас уже есть предложения в мире, поступили, что до 40 надо опустить эту планку. Люди, независимо от веса, с нормальным, с избыточным, должны хотя бы раз в год, ну, вообще пишут в 3, но мы так чаще говорим раз в год, потому что знаем, что скажешь раз в год, дай бог, раз в 3 сдаст. Да? Надо сдавать. Если у человека есть избыток веса, то независимо от возраста, надо сдавать точно ежегодно. И во многих случаях даже ежегодно проводить тест нагрузкой глюкозы, потому что преддиабет – это такое, знаете, состояние динамического равновесия. Качели. Вот выявили, поставили диагноз преддиабет. Сказали человеку, да, немножко измени образ жизни, похудей, там, питайся правильно. Он похудел. Мы хотим посмотреть, дало это результат. Проводим тест. Да, нормализовался. Потом человек все забросил, опять вес вернулся. Он говорит, да, давай опять тест проведем. Все, вернулось. У тебя опять преддиабет, да, есть, да. Поэтому в этих случаях точно. И благо глюкометры, аппаратики индивидуального контроля глюкозы стали, в общем, доступны, не так дороги. Многие люди даже уже на уровне вот преддиабета его имеют дома, и там, не знаю, раз в месяц смотрят уровень глюкозы. А многие семьи, я знаю, знаете, как тонометр уже. Сейчас во всех семьях тонометр есть. Так вот я уже знаю, появились семьи, где нет ни одного человека ни с диабетом, ни преддиабетом, но глюкометр уже лежит дома, на всякий случай иногда говорит меряет. Даже вот говорят, это сейчас джентльменский набор. Тонометр, глюкометр и пульсоксиметр. Но еще теперь пульсоксиметр. Да. Если во время беременности развился диабет, пройдет ли он потом? Да, это еще одна форма диабета. Вы назвали диабет первого типа, диабет второго типа, как основные формы диабета.
Есть еще редкие формы диабета, генетические такие редкие, где четко известен ген, который привел к диабету. И сейчас, кстати говоря, у нас есть возможность при подозрениях у врача на редкую форму диабета направить в наш центр, здесь мы монополисты, что называется, для проведения молекулярно-генетического анализа на выявление редких форм диабета бесплатно. Система ОМС это оплачивает. Вот здесь она, молодцы, они оплачивают. Вот, это, да? Имейте в виду. И, наконец, четвертая, там, условно говоря, форма. Первый, второй, другие редкие типы. И четвертая форма диабета, которая не такая уж редкая, это так называемый гестационный диабет или диабет беременных. Когда у человека все было нормально, именно беременность послужила тем триггером, в условиях которой вот все-таки вот это нарушение, видимо, в регуляции, в системе регуляции уровня глюкозы, оно все-таки было на каком-то микроуровне, но без беременности оно не проявлялось, а беременность создала большую нагрузку на это, вырабатываются там разные гормоны во время беременности, и поэтому есть четкий алгоритм, как обследовать беременность. Ну, просто при постановке на учет женская консультация, она должна определить просто хотя бы уровень глюкозы крови натощак. И у них норматив другой. При беременности у здоровых женщин должно быть не выше 5,1. И здесь мы с американцами совпадаем. Всемирная организация здесь договорилась. То есть у небеременной, помните, 6,1 допустимо, у беременной 5,1. И 5,2 это уже гестационный диабет. Ничего да, себе. То есть ниже на единицу фактически. На одну десятую, да, все. Вот. А, ниже нормы, нет, да, ниже на единицу. Да. Если при первой постановке на учет все было хорошо, там ниже 5,1, все нормально. Всем беременным на 24-28 неделе беременности обязательно проводить тест глюкозы. Вот раньше это было не всем. Ну, в какой-то группе риска, были ли родственники, есть ли избыток веса там, и так далее. Что было в прошлую беременность, был ли диабет гестационный. Сейчас просто всем поголовно. 100% женщин на 24-28 неделе надо проводить тест. И там тоже немножечко нормативы чуть-чуть отличаются от небеременных людей, да, по которым может быть поставлен диагноз гестационный диабет. Начинают его лечить, естественно, изменением питание, если понимают, но в большинстве случаев приходится назначать инсулин, потому что таблетки противопоказаны, сахароснижающие во время беременности, и истинный гестационный диабет после окончания беременности, после родов, он проходит как бы, да? Если он не прошел, тогда врачи должны ему присвоить другое теперь наименование. Первый, второй тип, другие типы. То есть это, знаете, было такое роковое совпадение. У человека просто именно в этот период начался диабет, но и в этот период была беременность. Они просто совпали, вот и все. А диабет у нее первого там, или второго типа, и навсегда с ним останется. А вот но риски для если ребенка, все-таки это гестационный, женщина должна знать, что риски у нее, во-первых, следующего гестационного, что следующая беременность будут такие же, как минимум. А в будущем у нее возрастают риски диабета второго типа. Очень высоко. Поэтому ей уже сейчас на этом этапе, после родов, надо будет начать заниматься своим образом жизни, правильным питанием, физической активностью, не допускать избытка веса и так далее, и так далее, и так далее. А риски для будущего ребенка, то есть означает ли это потенциальный риск развития диабета у него, гестационный диабет? Ну, как мы уже говорили, здесь он ближе ко второму типу, как бы по механизму развития. А что при втором типе наследственность играет очень большую роль. И если у тебя, у этого ребенка, мама, папа болели диабетом, то, конечно, у этого ребенка риск однозначный. И его ни в коем случае не перекармливать, не допускать избыточного веса, заниматься физической активностью, чтобы он не во дворе в смартфоне играл. То есть гестационный диабет тоже относит его к группе риска будущего ребенка? Да, как родители, имеющие уже нарушение углеводного обмена. В любом случае это повышает риск. Понятно. Но в будущем. Не прямо сейчас, в детстве, в будущем. Хотя, как я уже сказал, и в детстве уже диабет второго типа мы имеем. У нас, наверное, буквально там три последних вопроса, потому что мы уже с вами долго в эфире, но вопросы все поступают и поступают. Вернемся к продуктам питания. Вот, видимо, по поводу того, что мы про жиры говорили. Как же диетологи говорят, что жирная рыба полезна, что в ней нужные ненасыщенные кислоты? Все правильно, конечно, диетологи говорят. И я уже пытался объяснить, что понятие калорийность, сахароповышающее действие и полезность – это разные вещи. Во всем, в любом продукте, даже вроде самым неправильным, что-нибудь да полезное можно найти. Какой-нибудь микроэлемент. Ну, понятно, что он для нормального организма нам нужно полноценное питание. Ну и в частности, вот эти самые омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые есть в жирных сортах рыбы, они действительно очень хороши для сосудов, для защиты от атеросклероза. Но мы должны понимать,
что если у вас есть склонность к избытку веса, то не надо рыбу эту жирную есть килограммами. Польза не увеличивается до бесконечности, пропорционально съедаемой. Да? Вот сколько-то съел, и дальше уже полезность не нарастает. Поэтому мы всегда, помните наши три группы продуктов, красный, желтый, зеленый. Вот жирное мясо, жирная рыба попали в красную, но там у нас есть такая звездочка, пометочка прямо, где написано, что ограничения по рыбе менее строгие, чем по красному мясу. Да? Потому что, да, нужно какое-то количество вот этих полезных кислот получать. Так, вопрос еще один достаточно важный. Какие заменители сахара можно употреблять диабетикам? Да, действительно, многие сразу говорят, ну, сахарный диабет, главное, сахар не есть. Это тоже такой, знаете, немножко миф. Человек не ест сахар, но при этом ест много колбасы и не худеет, и диабет у него не улучшается. Никуда не девается, да. Потому что роль сахара там была ничтожна в этой избыточной его массе тела. Он прибавлял вес не столько из-за сахара, сколько из-за других продуктов. Но помни о том, что мы говорили о прямом сахаропонижающем действии, так называемые быстрые углеводы, которые не связаны ни с какими наполнителями. Угу. Там нет клетчатки, нет белка, да, а просто чистый сахар. Да, я положил его в кофе, в чай, выпил напиток на сахаре, газировку там или какую-то, да, там. Даже сок, фруктовый сок, натуральный, сок, но это раствор сахара. Да, с добавленным сахаром. Естественно, даже не с добавленным, это без разницы, это тоже миф. Но не с добавленным, вы все равно пьете тот самый аналог теста с глюкозой. Да, нагрузка. Конечно, у человека с диабетом удержать уровень глюкозы крови после выпивания напитка, содержащего сахар, достаточно сложно. И поэтому возникла история с заменителями. Раз хочется что-то вкусное, давайте мы тебе, сладкое, тебе дадим заменители. Но заменители, надо с ним быть осторожными. Да. Тут маркетинг работает. Да? Есть две группы. Угу. Первая группа – это калорийные заменители. Это фруктоза, на которой многие диабетические продукты делаются. Печенье, шоколад, там, варенье и так далее. Да, уровень глюкозы крови, оно, фруктоза повышает меньше. Чуть меньше, чем сахар, но все равно повышает. Угу. А калорийность такая же, это углевод. Да? Вы едите, считайте сладости. И ксилицарбид сюда же попадает. У них калорийность немножко меньше, чем сахар, но все-таки это калорийный заменитель, и людям с избытком веса смысла есть нет. А людям без избытка, ну, наверное, можно, но если это первый тип, так-то вообще не надо связываться с диабетическими продуктами, ешь обычные сладости, печенье и в один сулит. А есть очень правильные, выгодные, некалорийные заменители. Фактически это химические вещества, которые создают чувство сладкости на языке, и в обмен веществ в организме не вступают, значит, калорий не дают, сахар крови и глюкозы не повышают, они не могут, в принципе, да. Ну, химических названий можно, коммерческие мы сегодня называть не будем, химические, сахарин, очень больше 100 лет известен, сахарин, цикламат, аспартам, один из самых распространенных, да, сукралоза, даже у беременных сукралоза разрешена. Но много прошло очень передач, вот до ковида, в средствах массовой информации, по телевидению, о вреде вот этих химических заменителей. И людям заморочили голову. На самом деле существуют безопасные дозы. Они настолько огромны, что вы никогда их просто не наберете. Даже если вы будете сыпать везде в суп, в кашу и во все, и пить литрами кока-колу, или какой-то напиток, газировку, какую-то газировку, не диетическую, диетическую, что что-то там повысится, не повысится, вы не наберете допустимую безопасную дозу, там 50 банок надо выпить газировки на вот этом аспартаме, да, чтобы получить безопасную дозу. Это действительно реально ноль. Многие не верят, говорят, ну как же она сладкая, ноль. Там миллиграммы вещества, дающего эту сладость. И миллиграммы не могут содержать много калорий. Это математика. Банально, но почему-то люди этого не хотят понять. Но, тем не менее, вот этот осадок остался, что химически это плохо, несмотря что мы провели несколько передач на центральном телевидении, на Первом канале, я несколько раз снимался, именно по сахарозаменителям меня приглашали, что модная тема была, и я вот это все рассказывал, критиковал, в защиту выступал. Заменители химические. Но мы всегда можем сказать, ну, хорошо, не любите химические, есть травы, да? Стевия. Ну, например, да. Она содержит стевиазид, то есть тоже химическое вещество, и я не знаю, может быть, на самом деле и продают и стевиазид синтезированный. Возможно. Но тем не менее, да, я спокойно к этому отношусь, мы это разрешаем, вот в нормальных как бы дозах, официально допустимых, безопасных, которые, как я сказал, огромные, если человеку это нравится. Потому что есть еще один такой полумиф, да, что без сладкого нельзя, вот типа мозг, он требует там глюкозы, мозгу все равно, глюкоза пришла из сахара, из сахарницы или из картошки, из крахмала.
мало. Абсолютно. Он это не различит, это миф. Да? Угу. Поэтому вы можете пить чай, кофе без сахара, не есть, там, не знаю, шоколад и так далее, и так далее. Вы свои углеводы все равно получите. Я, например, знаю людей, которые уверены и убеждают всех остальных, что вот если я кофе выпью без сахара, кофеин не усвоится. То есть таких мифов у нас вагон и маленькая тележка. Питание, а диабет в частности, питание при диабете просто мифологизировано до крайности. Мы уже говорили и про гречку, и про красные и зеленые яблоки, что эти можно, а кислые можно, зеленые, а красные нельзя. На самом деле все одинаково. Понятно. Кто-то вымачивает картошку, наивно думаю, что можно вымочить крахмал. Ой, да, это невозможно, это химически невозможно. Хорошо. Пациент с диабетом, вот последний вопрос, уже не пользовательский, а редакционный, должен уметь оценить количество углеводов в каждой порции, которую планирует съесть, и чтобы определить правильную дозу инсулина. Да. Что такое система хлебных единиц, которую для этого используют, и как она работает? Да, действительно. Даже если человек с диабетом второго типа не получает инсулина, мы же сказали, что кроме калорийности, ему надо все-таки учитывать углеводистую составляющую, там обезжиренный кефир повышает, мясо не повышает и так далее. Но там мы не даем точной количественной оценки. Ага. Да? Ну, знаете, такой принцип «много-мало». Ну, каждый, наверное, способен понять, что если у него будет лежать кастрюля каши, к ней 4 куска хлеба, это углеводы, 2 вот таких яблока, но это много, не надо за один раз, надо порции дробить при диабете второго типа, пока ты не получаешь инсулин, есть углеводы более мелкими порциями. И ты можешь вот так, по принципу много-мало. Хочешь освоить систему, какую-то количественные оценки в граммах, ради бога освоить. А вот если ты человек с диабетом любого типа, первого или второго на инсулин, начинает получать инсулин, в частности, инсулин короткого или ультракороткого действия, который вводится именно под еду, под каждую еду, содержащую углеводы, он должен уже оценить не по принципу много-мало, а очень точно, потому что доза расчет будет идти точной. И для этого была придумана система хлебных единиц. Просто за эквивалент приняли, что одна хлебная единица – это 10 грамм углеводов. Ну, где-то 12, в Америке 15, кстати, тоже расходимся мы с Европой, с Америкой. Да? Вот. И мы расставили все продукты, взвесили их и показали, что чему равно. Что яблоко весом 90 грамм содержит 10 грамм углеводов. Кусок хлеба белого 20 грамм содержит 10 грамм. Две ложки любой каши, сваренной с горкой, столовых, содержит 10 грамм углеводов. И вот так все это расставили, человеку дали такую табличку хлебных единиц. И он тогда опытным путем рассчитывает, через какое-то время он поймет, что на каждую одну хлебную единицу так. у него есть индивидуальное количество инсулина. Скажем так, 1,5 единицы инсулина на одну хлебную единицу. Все, сегодня съел 6, 6 на 1,5, 9. Завтра плохой аппетит, всего 2, 2 на 1,5, 3. То есть примитивно. Вот мы сейчас, я уже говорил, будем проводить Всемирный день диабета 14 ноября. И одна из тем будет у нас... Называться очень интересно, это будет 15 числа, кулинарный практикум, двоеточие, вкусная диаматематика. Потому что с чем мы столкнулись? Что как-то школьное образование, видимо, сильно деградировало. И когда мы молодых людей обучаем считать хлебные единицы, мы понимаем, что люди вообще не понимают, что такое пропорция. В 100 граммах на этикетке написано 52. Я съел 40 на весах, взвесил X. Они говорят, а как это решить? Не решали, они говорят, я не понимаю, как это вы решаете, да? Вот я сути не понимаю этого, да? Вы лучше мне четко скажите, как вот должен, что вот крест на крест, накрест умножить, разделить, так я вам хоть запомню, да? Ага. Но смысла, я говорю, этого вашего не понимаю расчета, да? И вот мы даже сделали такой вебинар, мы будем его проводить 15 числа, как правильно считать хлебные единицы на примере реальных блюд, то есть больные будут готовить блюда прямо в прямом эфире, да, что называется, да, и показывать, формат, как они считали это. Ой, мы обязательно, я посмотрю ссылку, лично посмотрю, мне очень интересно. Давайте тогда, поскольку мы так плавно двигаемся к завершению нашего эфира, и, насколько я понимаю, пока больше вопросов не поступало, какой главный совет вы можете дать людям, которые вот только узнали, что у них диабет второго типа, и теперь им придется жить с этим заболеванием?
Ну, опять-таки, скорее речь идет о втором типе, потому что первый тип такой ситуации чаще всего остро возникает, человек попадает в больницу, там назначается инсулин, уже начинается какое-то микрообучение его, как с ним общаться. Угу. Поэтому эту историю не будем затрагивать, там жизнеспасающее лекарство. Но постепенно человек поймет, что, в общем-то, жить с диабетом первого типа можно прекрасно, диет соблюдать не надо, надо научиться считать и так далее. И в мире дают медаль так называемую Джослина, за 50 мужественных лет с диабетом прожитых, 75 лет мужественных с диабетом и 80 лет мужественных. Это люди с первым типом, болеющие с детства. При диабете второго типа мы поняли уже, что многое связано с образом жизни, с образом питания, физической активности. Человек, в общем-то, должен понять, что стоит задуматься о перестройке своего образа жизни. Это не значит, что там бросить работу, потому что она у меня такая не позволяла мне там заниматься нагрузкой или там нормально питаться. Все можно встроить, поверьте. Конечно. Было бы желание, да? Это первое. Второе, что точно мы убеждаем, надо приобрести или получить прибор для определения уровня глюкозы и на первых этапах очень часто мерить, чтобы понять, как, какой фактор, какая еда влияет, да, на уровень глюкозы крови, да? Все это вот. И отработать для себя какой-то алгоритм. Ну и, конечно, вместе с врачом при необходимости уже будет подобрано медикаментозное лечение. Скорее всего, это будут таблетированные препараты. Сейчас есть очень хорошие современные инновационные препараты, которые имеют минимальное количество каких-то там побочных явлений, очень хорошо снижают уровень глюкозы и даже защищают нашу сердечно-сосудистую систему от осложнений, от инфарктов, инсультов. Даже такие препараты, что не через сахар, а напрямую они снижают. И кардиологи уже некоторые эти сахароснижающие препараты разрешили принимать лицам с сердечной недостаточностью без диабета. Настолько у них хороший был эффект на спасение жизни. Да? Так что вот если грамотно к этому подойти, не слушать там целителей, неграмотных родственников в очереди, не читать желтую прессу, да, и иметь голову какую-то свою на плечах, все-таки банальную, да, среднего образования, вполне достаточно, чтобы подумать, почитать книжки, да, они есть. В интернете много чего плохого есть, но есть и хорошее, можно найти. Да. У нас отличный сайт, Российская диабетическая ассоциация специально 3 года назад создала обучающий сайт diabetoved.ru или diabetoved.rf. Это абсолютно не коммерческий сайт, ничего не рекламируем, никакие лекарства, ни препараты. Это мини-школа диабета по разным типам диабета. И, кстати, там есть раздел «Мифы о диабете». Или коротко, мы отвечаем на каждый миф, почему это миф. Ой, очень интересно, я скажу нашему редактору. diabetoved.ru. Да? Очень приглашаем вас. Уважаемые наши слушатели и зрители, я в свою очередь вас приглашаю еще на сайт «Здоровое питание РФ», потому что к 14 ноября, к Всемирному дню диабета или борьбы с диабетом, мы готовим также массу материалов касательно и детского питания, и питания пожилых людей, и инфографик, ну, связанных с профилактикой диабета, а также видеоинтервью и с кардиологами, и с нутрициологами. И вот наше замечательное интервью с Александром Юрьевичем также будет опубликовано 14 ноября, запись его. А пока я хочу от всей души поблагодарить Александра Юрьевича. По-моему, было очень полезно, интересно. Я надеюсь, что многие почерпнули максимум познавательной информации. Вам еще раз спасибо за профессиональный личный вклад в борьбу с диабетом. Вот, желаю вам на профессиональной тоже и личной ниве всяческих успехов, здоровья. Вот, пожелайте что-нибудь еще нашим подписчикам. Спасибо, конечно, за приглашение, а вашим подписчикам, всем, кто нас слушал, будет слушать, заходить на сайте. На сайте, конечно, я желаю прежде всего здоровья. Да? Но помнить, что здоровье зависит прежде всего от вас во многом. Заботьтесь о близких, берегите себя, питайтесь правильно. Всего вам доброго, дорогие друзья.